Сейчас тебя покормлю, Пол. Привет, Джози. Ты разговариваешь? Что? Привет, Джози. Привет. Обнимашки? Я очень голодна. Живот урчит. Что-то придумаем. Чудненько. Что происходит? Пол, я принесла тебе вкусняшки. Пол! Как так? Пол убили. Синтепон? Похоже, убийца оставил свой след. Так-так, посмотрим. Что? Кэтнэп? Ах ты! Плохой котик! Это ты убил Поу! Ты идешь со мной! Если ты убийца, я все вычислю. Ясно? Теперь это допросная. Посмотрим, подозреваемый Кэтнэп. Признавайся, ты убийца! Что происходит? Где я? Ты преступница? Нет, я полицейская. Что? Да, так что вопросы задаю я. Вот, Пол. Ой, какой кошмар. Ага, я возьмусь за это дело, не поможешь? Как скажешь. Так. Мольберт пока постоит в сторонке. Теперь это доска для сбора улик. Как тебе? Хорошая работа, детектив. Итак, расследуется дело об убийстве Поу. Оградить место преступления? Бедная, бедная Поу. Мне поможет Кэтнэп Лупа. Интересненько. Ага, желтая перчатка. Ее носил убийца. Знакомая перчатка. Так точно. Убийца где-то рядом. Нет, нет. Ага, подозреваемый Хаги-Ваги. Что? Это вовсе не я, честно. Улыбочку, зубастик. Ассистент, повесьте на доску. С радостью. Чувствуешь запах тюрьмы? Да, подождите, я все объясню. Вот как все было. Я просто упал с полки. Кто здесь? Хаги? Ауч, моя голова. Все кругом. Привет, я Хаги. Привет, я Пол. Сыграем? Это можно есть? Шарик лопнул! О, нет, не плачь! Та-дам! Смотри! Мой любимый шарик! Не беда, держи! Вау, класс! Спасибо! Вот так все и было, честно. Что-то верится с трудом. Да я честно говорю, я очень чистоплотный. А вот Джози, кстати, не мешало бы протереть пыль. Ты что, ревизор? Типа того. Вуаля! Дай-ка проверю. Желтое, белое, желтое, белое. Я же говорил! Ты, конечно, странный, но невиновный. Вычеркиваем. Есть. Именем закона не с места. Ага, Хоппи. Рисунок Поу. Ты обвиняешься в убийстве. На допрос, немедленно. Что происходит? Где я? Мне в глаза. Подозреваемая Хоппи. Хоппи, я разочарована. Но я ничего не делала. Тогда как ты объяснишь это? Что это за рисунок? Это не то, что вы подумали. Вот как все было. Поу сама нарисовала мне этот рисуночек. Внезапно она очень проголодалась. Я вспомнила, что в сундучке, может быть, осталось что-то вкусненькое. Сейчас я тебя покормлю. Вау, Поу, смотри, это деликатес. Ну это же муляж. Упс, продолжаем поиски. Может, перекусишь брезгливостью? Хм? Видимо, перепады напряжения. Смотри, что там, еда? Нет, ну смотри, какое милое фото. А где же еда? Ха-ха-ха, ну приветики. То есть, нам не показалось? Не-а. Хоппи, ты куда? А обед? Оу, голод как рукой снимет. Может, не надо? Посиди в сундучке. Кушать подано. Нет. Я тебя съем. Ага, интересная версия. О, нет, за спиной. Привет. Кто? Не с места, преступница. Какой кошмар. Преступная милая. Улыбочку. С радостью. Дай сама. Так, ну хватит уже. Садись сейчас же. Колись, ты убила Пол. Да нет же.
Я где-то посеяла свой циркуль, а я без него как без рук. Хоппи пыталась накормить Пол, а ей ничего не нравилось. Вы не видели циркуль, трусишка Хоппи? Признавайся, ты убийца? Отвечай! А зачем так орать? Я еще не начинала. Ау, за что? За то, что разбрасываешь шерсть на месте преступления. Улыбочку? Это правда не я. На доску подозреваемых его Джози. Будет сделано. Дог Дэй, новый подозреваемый. Признавайся, зачем ты? Кэтнэп, это срочно. Ну что еще? Пойдем. Выкладывай. Я внимательно осмотрел тело, и мне кажется, что это нам точно пригодится для расследования. Ты серьезно ради этого оторвал меня от допроса? Вон остальной набор. Упс, извини, забыли. На чем мы остановились? Ты убил Поу? Да нет же, это точно не я. Чем докажешь? Смотри, я танцевал для Поу. Браво, Дог Дэй! И раз, и два, бедрами туда-сюда, спасибо, деньги, лучшая оплата. 10 из 10. Как же все невыносимо чешется, какой кошмар. Поу, что такое? Очень чешется спина, не можешь почухать? Хорошо. Кайф. Фу, ну ты и линяешь. Иу, ты ведь лохастый, гадость. Я знаю, что делать. Поза, поза, меняюсь. Все еще чешусь, не помогает. Ну ладно, тогда по старинке. Ну как? Как заново родился. Поу, кто это с тобой сделал? Ты была так добра ко мне. Ко всем нам, вытри слезы. Невиновен. Но кто же тогда? Следствие зашло в тупик. Не может быть. Та самая перчатка. Иди к Джози. Узнаешь? Да-да, это она. А я говорила. Так уж и быть. Ты снова следователь. Держи. А это к остальным уликам. А это еще что? Кейн? Кэтнэп, смотри, что нашла. Дай сюда. Кейн? Ты мне всегда казался подозрительным. Но где же твой жезл? Лежать не с места. Что это торчит? А вот и трость. А ну стоять! Эй! Куда это ты собрался? Не это ищешь? Но. Никаких но. Ты задержан, Кейн. Что? Почему? Ты убил Пау. Улыбочку во все 32. Посмотрим. Кейн, Кейн! Как все было? Та-дам! Я просто показывал фокусы для Поу. Вау, как круто! Браво! Благодарю, ты лучший зритель. Ну, покажи еще один фокус, мне мало. Есть один. Цветы для прекрасной дамы. Вау, как неожиданно! И приятно. А так? Ну, очень приятно. Сколько здесь? Это не важно. Ну, Кейн! Пранк удался. Я покажу тебе пранк. Эй, это мое! Отдай! Ну уж нет. Оу, я треб... Покушай еще. Глупая игра для малышей. О, нет. Моя игра намного круче твоей. Мой телефон. Что же теперь делать? Я больше никогда не смогу играть. Что происходит? Вау! Милая, привет. Не нужно расстраиваться. Сама посмотри. Поу погиб. Ой. Не волнуйся, мы его спасем. Вот только как? Ума не приложу. Начнем с этого. Отличная идея. Да. Сперва хорошенько тебя почистим, наглая клякса. Я от тебя избавлюсь. Нет! О, да, получается. Ура!
идея. Что? Посмотрим, что нам выпадет. Эти? Нет. Ладно, а может такие? Не уверена. Ребята, напишите в комментарии, чьи это глаза. А! Ой, как страшно! Срочно нужно закапать глазные капли. Вот так намного лучше. Да, отлично. Замечательно. Мои любимые VR-очки. Веселье начинается. Пол, тебе нужно хорошенько поесть. О, нет, это есть нельзя. Прости, Пол. Пол, вот твоя оживительная микстура. И ты снова здоров. А это что такое? Нужно рассмотреть поближе. А, шип! Здесь нужна профессиональная помощь. Сейчас, я от вас избавлюсь, мелкие жуки. Нет, нужно что-то посерьезней. Спрей от насекомых. Вот теперь порядок. Мяч? Время переодеться для игры. Что они там задумали? Нужно добавить румян. Следи за мячом. Слишком быстро. Голова закружилась. Пас. Мяч у меня. Лови. О, нет, мамина ваза. Упс. Но теперь Пол устал и хочет спать. Идея. Вот тебе мягкая подушечка. Спи сладко. Но у Пол до сих пор нет рта. Фух, а карандаши мне как раз очень пригодятся. Нравится, Пол? No. Нет? А если вот так? Эта улыбка ослепляет. Ладно. Вот это тебе точно понравится. Отлично. Что за шум? У Пол в животе урчит. Я знаю, чем тебя покормить. Приятного аппетита. Вкусно, правда? Уверена, мое угощение понравится Пол намного больше. Лови конфеты. О, нет, Пол, я сейчас. Так, так, так. Я принесла банан. О, нет, что с тобой? Проверю сердечко. Пульса нет. Рентген покажет, в чем дело. Это кроссовок. Придется его вытаскивать. Фу, и зачем ты это съел? Ну и запашок. Ой, фу, когда зубы чистил? Нужно срочно это исправить. Ты мне поможешь? Начнем с зубной нитки. Отлично. Ауч! А теперь время тяжелой артиллерии. Зубная паста и зубная щетка. О, нет! Что? Не волнуйся, все можно исправить. Фу! Поу, я тебя спасу! Нужно собраться. Избавлюсь от этой бумаги. И хорошенько тебя отмою. Побольше пены. А теперь душ. Отлично. Ты снова чистый и душистый. Вот ты и попался. Получай. Ауч. Упс. Ай! Да ладно! Дурацкий мяч! О нет! Моя голливудская улыбка! Привет, Пол! О нет! Твой зуб! Не волнуйся, я тебе помогу! Но как? Придумала! Пол! Сейчас я все сделаю! Не бойся! Больно не будет! Сначала обезболим. Вот так. Можно начинать. Готово. Зубки снова ровные и красивые. Фух,
Время перекусить. Ты сильно проголодался, Поу. И немного растолстел. Ой, ты сильно растолстел. Что же делать? Пора заняться спортом. Побежали. Фух. Не сработало. Значит, бокс. Что? Бесполезно. А может, йога поможет? Нет, так ничего не выйдет. Нужно купить зелье для похудения. Монет не хватает. Ну и ладно, я сама его приготовлю. Смешиваю ингредиенты. Отлично. Поу, выпей это. О, нет. Она же так мечтала о клюшке. Не могу нарадоваться. Что? Кто здесь? Отзовись. Что? Что же делать? Что делать? Радости больше нет. Что-то не так? Все не так. Ненавижу день рождения и все дурацкие семейные праздники. Посмотрим, бедняжка радость. Что? Вот и орудие убийства. Хоккейная клюшка. И наш первый подозреваемый – гнев. Что? Убери эту лупу. Садись на допрос. Говори. Ты... Ой, забыла. Минуточку, так лучше. Ты убил радость. Смотри, как все было. Что? Туда смотреть? Именно. Мы со страхом боролись за воспоминания. Тараканы – это ужас. Пусть их раздавит. Не. Ха, лузер. Нет. Бессмысленный спорт. Фух, поймал. Ауч. Зачем мне это? Ой-ой. Короче, это он. Что? Убийца, страх? Как ты мог? Нашу радость. Да не я это. Сама ты убийца, ясно? Я? Точно. Как ты могла? Кошмар. Поняла, не виновен. Но кто же? Может, это он? Кто он? Ну, стыдно даже сказать. Стыд. Подойди-ка сюда. Да что ты с ним нянчишься? А ну, признавайся. Нет, нет, без перебора. Это ты, убийца? Гнев. Что? Только через мой труп. Как скажешь. Ха, ха. Да как так? Да как ты так? Успокоился? Моя газета! Сорян! Ку-ку! А ну иди сюда! Я тебе сейчас устрою! Что ж, устраивай! Оп! Ауч! Голова! Ха! А теперь верни мою лупу! Лупу верни! Кому сказала? Ну, наконец-то! Стой! Мы хотели тебя порадовать. Простите. Бедняжка. Стыд. Отойди от пульта. И так тошно. Ну ты тяжелый. Ребята, помогите. С удовольствием. Я без... Ух. Толкай. Почти выходит. Посадите его на допрос. Ну что? Зайчик, ты случайно никого не убивал? Не стесняйся. А знаешь что? Если ты мне не расскажешь, то я сама сейчас расскажу свою версию. Ты тайком прокрался, пока никто не видит твоей хитрой мордашки. Ты дождался, пока наша любимая радость останется совсем одна. А потом воспользовался клюшкой и жестоко ее убил. Нет, нет, нет! Нет, нет!
Наконец заговорил. Да я из-за капюшона ничего не вижу. Я бы никого не убил, даже если бы очень хотел. Звучит крипово, но правдиво. Невиновен. Но тогда кто же? О, кажется, есть у меня один способ. Где же этот рычажок? Вечно забываю, вроде он... О, так, точно. Смотрите. Можно забрать воспоминания радости и выяснить, кто убийца. Что? Печаль! О, бедная радость! Что? Эй, гнев! Какая-то она мутная. Иди-ка сюда. Я ее не убивала. Как вы могли подумать? Пойду я. Нет, не пойдешь. А ну стоять! Что? Только не это. Взять ее. Ага. Вперед. Ау. Ты издеваешься? Туда. Ага. Быстрее. Это не я. Не похоже. Вот она, вот она, вот она, вот она. Спасибо, я заметил. Иди сюда. О, нет. Вот ты где. Да, вон там. Не надо. Надо. Взять ее. Ой-ой. Да что же такое? Пожалуй, я и без мальчиков разберусь. Я не убийца. Выкладывай, как все было. Я все расскажу. Я смотрела на настоящий любовный треугольник. Нашей девочке разбили сердце. Будешь моей девушкой? С радостью. Вместе навсегда? Выкусила. Ну как же так? А я? Потому я и решила заесть горе бутербродом. И это еще не все, смотри, как грустно. Что? Минуточку. Весь день впустую. Бобби? Райли? Ой-ой-ой. Что делать, что делать? Я знаю, что делать. В сторону. Снова ты. Только не бей меня. Не буду, если станешь смирно. Рычаги на максимум. В цифровом цирке антракт. Чипи-чипи, чапа-чапа. Бум-бум-бум. О, нет, Кейн. Покойся с миром. А? Я в шоке. Слезь с меня. Это я должна так делать. Кейн теперь мертв. Мы все можем выйти из этого цирка. Никто отсюда не выйдет, пока мы не найдем убийцу. А может, это ты его убила? Что? Нет! Ну окей, все, пойдем. Это ты! Ты убийца! Скажите все, что это она! Это ты! Это не я, потому что я лучший детектив. А? Что? Я помни, лучший детектив удивительного цифрового цирка. Вот так. И я найду виновного среди вас. Ты! Это не я. Или ты? Это не я, не я, не я. Ага. А, мамочки. Зубу. Это его сломило. А может, это вы убийцы, а? Окей. Поищем улики. Нож. Нет. А что у нас здесь? О, это хвост. Это ты! Ты? Это ты! Ты убийца! Опс, это и правда мой хвост. Я вам все объясню. Подозреваемый, присаживайся. А это обязательно? Не дергайся. И поклянись говорить только правду и ничего, кроме правды. Расскажи мне все. Окей. А?
Я точно знал, что нужно делать. Брутально выплюнуть зубочистку и эффектно спасти рогату. Нет, нет, нет! О, какой красавчик! Я смело сказал Кауфму, глядя прямо ему в глаза. О, ты мой герой! Рогата бросилась в мои объятия. Я подарил ей цветок. Он такой классный! Только не по лицу! Не виновен. А между прочим, я видел, как рогата с ножом в руке шла за Кейном. Нож – орудие преступления. Что ты делала в день убийства Кейна? Хватит светить в мой глаз. Хорошо, я все объясню. Вот. Чек-лист «Как стать русалкой». Что? Опс. Вот. Список продуктов, на которые у меня аллергия. И что? Окей. Представьте себе. Джакс ел картошку фри. А я была такая голодная. Помни, вгрызалась в чизбургер. Но мне нельзя такую еду. Проклятье. Но тут Кейн начал дразнить меня наггетсами. О, этот запах фритюра. А что задумал рогата? Он съел все сам. Красный негодяй. Я достала нож. Что тебе нужно? Моя любимая пицца Маргарита. Дивный вкус. Я насладилась каждым кусочком. Если это не рогата и не Джакс, то кто же убийца? Это ты! Ты! Нет, это ты! Одну минутку. А где твой помпон? Вот же он, прямо на месте преступления. Это твой помпон, помни. Новый подозреваемый, помни. Рассказывай, как все было немедленно. Но ничего не было. Я выведу тебя на чистую воду. Эй, детектив, у меня есть алиби. Помни, была со мной. Серьезно? Это фейк. Не мешай следствию. А ты говори, за что ты убила Кейна. Иначе я буду тебя пытать. Хватит, я все расскажу. Я танцевала и никого не трогала. Как тут я увидела его трость. Вау! Я смогу наколдовать себе выход. Вау! Пиу! О, да, дверь моей свободы! Никто не видит? Вот так. Ауч! Моя голова. Ауч! Упс! Фу, откуда здесь слайм вместо кофе? Гадость! Так это была ты! Эй, у тебя еще осталось немного в кармашке. Что там? В кармане. Фу, до сих пор противно. Прости. Она невиновна. И что делать? Кейн по-прежнему мертв. Он был таким молодым. На кого ты нас покинул, Кейн? Так печально. Зубл? Но разве ей не открутили голову 5 минут назад? Точно! Нет, 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 что ты делаешь? Это муляж. Так я вас всех разыграл, классно получилось. Что? Начнем с тебя. Это был не Кауфма. Это был ты. Я почти не испугался. А ты? Я?
Это был не кетчуп от пиццы. А я тебе верила, как ты мог? А как же я? Помнишь эту перчатку? А, да, поняла. А зубы? Это было просто.